back with us. He just finished his fight, second round TKO in the States. So he's back here now at Tiger Muay Thai, elevating his game and just getting better and better. Peter's a guy that's right after he fights, he doesn't take breaks. He gets right back into training and really elevates his game every time more and more and more. So I look to see a better version of what Peter was 2 months ago when he fought, or a month and a half ago. Сколько сейчас времени? Время 8:20. Вот, идем на тренировку. Профессиональная группа ноу-ги. Каждый день, в принципе, это бывает еще раньше. Просыпаешься в 7 утра, чтобы позавтракать, там еще что-то. Это нормально так просыпаться, в основном режим, чтобы успевать делать 2-3 тренировки в день, чтобы успеть еще днем поспать, восстанавливаться. Это нормально. Все, что ты привык или отвык, про это забывать и выстраиваешь себе здесь план. Хочешь, не хочешь, надо, нету слова там не могу, не хочу. Ты понимаешь, что надо это делать, и ты это делаешь. Я сюда приехал, у меня не было ни одного профессионального боя еще. Представляете, это вообще, у меня была любительская карьера, только начал заниматься. Вот, и как-то полюбил это место, оно меня полюбило. Только хорошее, знаю его только с хорошей стороны. Вот, это человек, который полностью отдает себя своей работе, смотря на которого может только мотивироваться к своим целям в любой деятельности, потому что это пахарь. И то, что у него предстоящий бой вот этот вот, это очень хороший соперник, очень известный, с хорошим именем, но я уверен на 100% в то, что Петя его пройдет. Потому что этот человек работает, я уверен, намного больше, чем. Да, можно рассуждать долго на эту тему. Каждый свой подход, там кто-то может раз в 8 месяцев подраться. Я так тоже дрался, и раз в 8 месяцев, и раз в 9 месяцев дрался. Конечно, травмы, они бывают у всех, ё-моё. Это очень самая больная вещь для спортсмена. Травма, ты представляешь, она тебя сразу выключает из режима тренировочного процесса. Рафаэль, здравствуйте. Смотря по Бете, иногда смотришь на бойца, он говорит, я там готов, все хорошо, там я заряженный. Но видно по нему то, что он сдал, да, он устал. А по Пете нет, он с каждым боем все заряженный. Для него это такая очень интересная, красивая игра, которую он выигрывает. Набирался я опыта здесь. Ну и вот так вот по сей день получается, приезжаю сюда тренироваться. Мне нравится, что здесь хороший климат, хорошие условия для тренировок. Они немножко такие hard. So it's gonna be exciting to see. I think John Dodson is the hardest test that he's had so far, but I think it's a great matchup for him, and I think he's gonna win, and he's gonna be in that top 10, top 5. Jan or Dodson? Jan, for sure, 100%. Siberian gangster. Это нормальное явление, оно, что хотят постоять там. Я сам такой же был на том моменте, когда я знал, что ага, он в UFC дерется, там приезжали ребята. Я с ними очень хотел постоять. Вот. Это нормально. Но они пусть не забывают, что я с такой же стихии вырос. Возможно, геи они. Поэтому самое главное, никогда не забывай, откуда ты. Не забывай, откуда ты начал.